Может ли пациент, пациентка влюбиться в психотерапевта, психоаналитика? Может. Любит ли она пациента, психоаналитика или он? Любит? Но ну, любит образ, который мы создали. Образ смотрим и на него влюбляемся. Имеет это отношение к человеку или нет? вас когда-нибудь влюблялись так, что вы думали, господи, боже мой, это все это вдруг? О -о -о, интересно. Что это, о чем это речь? Потому что это не с вами было. Да? Это свои переживания относительно другого человека, мы вот так вдруг верили, и к ним воспылали, так сказать, страстями. И могут, могут, Почему? Потому что э, понятно, что психоаналитик, психолог, ну там приятная девушка консультирует молодого человека, его поддерживает, одобряет, какой ты молодец, как тебе мама вот нехорошая, папа нехороший, девушка твоя просто отвратительная, ну так и влюбиться же в нее просто он должен молодой человек. Все, понимает, поддерживает и прочее. В общем, короче говоря, уберите эти, эти, переноса или переноса.